Каким образом будет проходить предварительное голосование, сегодня рассказывали волокжанам. По всему городу волонтеры раздали 9000 листовок и пояснили, как будут работать счетные участки 22 мая. Напомним, в этот день пройдет предварительное голосование за претендентов, кандидаты на выборы в Госдуму и Законодательное собрание области. И волокжане такой демократический подход к выборам поддерживают. Правильно, может быть, стало как-то в этом отношении прозрачнее, что ли? Я считаю, что все имеет место быть, потому что все движется вперед. И потом нужно, наверное, как бы партиям, опираясь потом вот на предварительное голосование, сделать выводы и уже к выборам прийти во всеоружие. В областной столице 22 мая будут работать 20 счетных участков, где смогут проголосовать все желающие от 18 лет и старше. Голосование рейтинговое, поэтому в бюллетенях можно будет отметить любое количество участников. Победителей предварительного голосования партия «Единая Россия» выдвинет кандидатов на сентябрьские выборы. Узнать, по каким адресам располагаются участки, волокжане смогут на сайте партии «Единая Россия», а также по телефону в Вологде 76-96-85. Алена Закатаева, Юлия Савинцева, Максим Тышковец, Вологда Портал.